Ну что, друзья, подошли мы к рыбкам, скажем так. В общем, фонтан здесь был вот так вот. Все реально в снегу. Ну вот как я ночью снимал, свет, видимо, забыли выключить. Как я ночью уже снимал, здесь подсветка. Тут вот все это красиво. Почему-то сейчас она выключена, удивительно. Так, ну и посмотрим, как поживают наши карпы. Вот наши карпы. Плавают, все хорошо. Люди стараются, чистят. Вот так вот все снегу. Люди в шоке. Смотрите. Да, клево, вы в эфире, девушка. Я тоже, кстати, вот это слово несколько раз. Блин, здорово. Да, люди выражают свои эмоции прямыми словами. Я не вижу в этом ничего плохого. Блин, ну культура у нас такая российская. Так, может еще к одним пальмам сходить? Нет, ладно. А, ну вот, наверное, на этой нотке и не могу. Скользко очень, все в снегу. Меня переполняют эмоции. Как-то счастье, что ли, радость. Как-то так необычно. Такой вот подарок под Новый год.